место бронзу финального раунда завоевали Тимофей Данильченко, Валерия Дегусарова, город Витебск. Вторая ступень. Серебро. Яромир Леонов, Ангелина Шар, город Гродно. И победители Кубка Триады 2024 года, юниоры 2, латиноамериканская программа. Илья Гульматович, Александра Исванова, город Гродно. Представители города Гродно вызываются на высшую ступень пьедестала почета. Финалистов юниоры 2 лучшие латинские пары Кубка Триады 2024 года. Традиционное фото на память.